миротворческая операция, проводимая в соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ на территории Республики Казахстан, завершена. Контингент миротворческих сил от 5 стран с поставленными задачами справился. При этом миротворцы проявили высокую готовность к действиям, профессионализм и организованность. В отношении миротворцев не допущено ни одной провокации. И сегодня, 19 января, на родину, пункты постоянной дислокации, возвращается последнее подразделение и командование миротворческих сил. Я желаю народу Казахстана мира и процветания.